Но я не могу сказать, что мы контролировали игру. Я не могу сказать, что мы по организации атакующих действий играли хорошо сегодня. И честно скажу, я не могу занести эту игру в актив. Пока мы не играем в тот футбол, который хочется, который у нас временами получался в том году. Да, обидно пропускать на последней минуте. Может быть, моя ошибка, может быть, зря замены сделал. Ну, еще раз говорю, что пока впечатление от нашего второй тура играем, игры нет. Вот это обидно. Мы никак не можем втянуться в сезон. Может, не знаю, в чем. Это еще только начало. Так пора играть уже, сколько можно-то. И сборы провели, и игр много провели. И... Не знаю, кого можно бояться, сколько можно бояться. Надо выходить играть в футбол. Не знаю, мы так зависим от соперника, от результата, от своих действий. Мы боимся ответственности. Вот это наша старая ошибка, мы никак не можем и искоренить ее. Вот, ну, не тот футбол мы играем, я же вижу, я знаю, ребят, и, что мы можем лучше в футбол играть. И сегодня игра трудно складывалась, да, забили гол, ну, проявите характер немножко, ну, в концовке, ну доиграйте игру до конца, не позвольте сопернику давать передачу в штрафную. Ну, выпустили двух нападающих, задача была, чтобы им не дать как бы спокойно развивать атаки, давать зря себе передачу в нашу штрафную. Ну, спокойно дали, пошла передача, они выиграли единоборство, забили гол. Ну, вратарь сегодня, на самом деле, достаточно активно участвовал, особенно во второй половине встречи. Нет, Толя выручал нас, к нему претензий нет никаких, претензий к защитникам. Ну, нельзя так играть, еще раз говорю. Ну, во-первых, нужны эмоции. У нас нет эмоций. Понимаете, футбол это игра, это эмоциональная игра. Мы ходим, у нас полматча голова внизу. Мы ее опускаем, ходим, надо, ну, терпеть надо, терпение. Ну, только так игры выигрываются, вырываются. Тяжелые игры, я понимаю, что жарко, всем жарко, и им жарко. Но они почему-то собрались, на последнюю минуту забили, а мы позволили им это сделать. Это обидно. Все, спасибо большое.